здесь организована такая парковочка с разметкой. В основном преобладает японский автопром, конечно же. На стоянке есть туалет, но если очередь, то можно посидеть на лавочке. Здесь можно рассмотреть, куда вам нужно пойти. То есть план всего, что здесь сделано и что будет в дальнейшем. Вверху такая вот интересная тропинка с таким вот профильным плиточкой. Ну и там есть ступенечки, если вам здесь тяжело идти. По-своему красивая ночь. Много лавочек. Пруд уже сам как бы наполовину заполнен. Здесь летом, я думаю, будут продаваться какие-нибудь, может быть, напитки или хот-доги. Работа еще не закончена. Будет, конечно, здесь в итоге ну просто великолепно. Здесь стоят такие установки. Я так думаю, это учиться кататься на водных лыжах летом. Классно. Здесь стоит по центру такое вот здание со стеклянными дверьми. Еще внутри занимается отделкой. Возможно, будут какие-то душевые или массажный кабинет. Здесь такой вот пирс. Здесь как смотровая сделана. Здесь можно на смотровую даже вот подняться будет. Лесенка стоит. Здесь такая вот красивая площадочка с лежаками. Песочек такой классный. Здесь вот так вот ромбиком сделана смотровая. Вот так вот ромбиком прям сделано. И там можно лестнички, то есть прыгать и залазить потом. Здесь вот классные такие лежаки прям. Подсветочка такая приятная. Здесь можно будет попить воды. Питьевая вода, drinking water. А если посмотреть налево, там очень много тренажеров. И направо то же самое, всякие тренажеры. Захар, нравится? Я чисто катаюсь, не фоткайте. Классно тут качелюги. Релакс. Тут уже раскопали. Ура! А там корабль. Компен. Это скраб. Пираты, взять его! Ну, слушай, классно, да? Дети заняты, и родители могут отдохнуть. Ну-ка, целься. Он не очень сильно это. Плиз, пушки. А? Стреляю. Стреляй. Ага. Попал. Тут руль даже есть. Правая руля! Да какой правая руля, блин? Офигеть! Тут какая веревка. Да, там можно потренироваться немножко, перейти на корму. Так, здесь на этих установках можно не только пить, но и набирать бутылочки. Нажимаешь кнопочку, подставляешь бутылочку. Излишки тут вылились, чтобы все чистенько, аккуратненько. Здесь интересная подсветка. Тут диодная лента везде на протяжении всей вот этой перилы. Здесь дальше вот такой вот лес, можно погулять, как тропа здоровья. Вообще, если идти в ту сторону, то можно попасть в центр. А если идти в ту сторону, то можно попасть в северо-западный район. Здесь большое такое поле, но я так думаю, наверное, это будет футбольное поле. А там, ну, баскетбольная площадочка, даже трибуны есть. Здесь детский бассейн. Вот так вот, чтобы детишки тут плавали. Они там внизу вот есть перегородочки, чтобы не случилось ничего там, не занырнули никуда. Еще много детских площадок. Почему-то здесь даже разлита вода, либо таяло все. Давай, 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 давай.
вот. Раз. Вот. Поехали. Оп. Вот. Поехали. Класс? Да. Ну да. Кайф. Ну да, это, наверное. Так ярко светится рекламный экран. Ну и, кстати, от этого места хотят сделать вроде как канатную дорогу сюда. Насколько это правда, напишите в комментариях. Все это сделано было в рекордно короткие сроки. По-моему, летом на это все начали делать, 2020. Получается, уже практически все готово. И все это будет бесплатно. Удивительно. Старополь за здоровый образ жизни. А эта остановка, ну, наверное, для местных маршрутников. Они тут вообще гонщики еще те. Вот так вот раскрутить, раскрутить. Ну, кто на работе не сильно устал там. Вообще, на каждом тренажере все расписано. Что нужно делать, от какого возраста. От какого возраста? От 13 лет, Захар. Ты еще маленький. Пошли. Тут даже есть, оказывается, QR-код для просмотра видео, как заниматься, ну, допустим, даже на вот этой лестничке. А здесь даже есть другой вариант. Вот, 3 звездочки, видимо, посложнее. И тоже можно раз набрал и посмотрел на каком-нибудь ютубе. Завидую жителям Ставрополя. Я бы даже сюда переехал. Классно тут будет летом. А вам желаю, чтобы вы все это берегли и соблюдали чистоту здесь.